Всем привет, друзья! С вами Анидзука, и сегодня мы опробуем новую приключенческую фантастическую игру под названием Creatures of Ava, или типа Создание Авы. Ну что ж, давайте начинать. Сложность среднюю ставим обычную, даже не будем задумываться. Да, видите, искать совсем простая сложность. Вот, игрушка должна быть интересной. Смотрите, заставка в виде такая, ну, мультипликационная, это уже круто. Какая красота! Была красота. Давай лучше пройдемся по плану спасения. Стоп, что-то не так. Вик, Вик! Держись, сейчас! Табита, ты здесь? Так, добро пожаловать на Аву. Вылечить раны. Новое задание. Вот так вот прикольно, ну, стильно нарисовано и драматично так начинается игруха. Такой, типа, даже немножко анимешки старые напомнило, классические. Так, ну все, мы уже играем. А, это версия для ПК Steam. Также игра вышла в Xbox Game Pass. Так, целебный отвар. Три штуки. Так, теперь можно на крестовину подлечиться, да? Можно еще. Так, а у нее само все здоровье не восстанавливается, да? Табита, я здесь, я жива. Только полевое оборудование. Табита, ты на связи? Так, заберитесь на возвышенность. Ну, сама графика в игре такая, ну, цветастая, но вот этот стиль, конечно. Многие игры используют такой стиль. Не сказать, что он мне очень нравится, точнее нравится, но, в принципе, здесь выглядит неплохо. Самое главное, чтобы производительность была нормальна. Присесть левый стик. Так, ЛБ, чтобы разбежаться. Hey, wait. Так, тут какие-то существа, да? Кразли. Прогресс исследования 0%, 0 из 9. Ага. Кто бы мог подумать, что мне доведется увидеть стадо тираннозавров. К счастью, кразли немного меньше. Доктор Мишель Дюпон, биолог. Ну, в общем, тут надо будет, да, исследовать это все дело. Участвовать. Так, а собирать что-нибудь надо? Грибочки там. Пока что вроде нет.
Так, если вы присядете в высокой траве, вас никто не увидит. Типа, то стелс нас ждет здесь. Стелс а-ля Killzone 3 или Horizon. Так, нам надо добраться на возвышенность. Продолжаем. Картинка такая, в принципе, оживленная. Травка колышется, что-то летает. В принципе, приятно. Я не знаю, как называется вообще сам стиль этой графики. Вот визуально. Который мне не очень нравится. Во многих играх он используется. Там типа Сифу тоже что-то, нечто подобное. Да? Очень часто сейчас используется. Я не очень люблю такой стиль графики, но в принципе в некоторых играх он смотрится нормально. Как здесь тоже вроде неплохо. Если вы присядете в высокой траве, вас никто не увидит. Так, от кого мы прячемся-то? Или мы, чтобы кого-то не спугнуть, может быть, типа, какое-нибудь животное? Так, а мы куда? Нам куда? А, вот опять. Целая стая, нельзя упускать такой шанс. В каком плане упускать? Что ты сделаешь? А, фотоаппарат. Когда вы делаете снимок, открывается важная информация о существах и других персонажах. Нажмите вправо, чтобы взять фотоаппарат. Используйте верх, чтобы изменить масштаб. Нажмите RB, чтобы сфотографировать. Так. Ой, не то нажал, блин. Так. Ой. Они кого-то испугались. Я так полагаю, нам несколько раз надо их сфотографировать, да, в разных местах, и тогда мы что-то там откроем. Так, ну мы продолжаем подниматься на возвышенность. Водичка. Сюда нельзя? Так, тут что-то есть? Целебный отвар. Это надписи. Прямо рядом кто-то каркает или что-то за звуки издают. Птицы какие-то. Ну-ка, могу я их? Побежали куда-то. Ага. Какая-то цивилизация, видите? То есть тут разрушенные здания. Полуразрушенные стены. То есть на этой планете разумные существа должны обитать. Добро пожаловать на АУ. Заберитесь на возвышенность. Не самая мягкая посадка в моей жизни. Еще и нет связи с Табитой. Так, возможно, если я заберусь повыше, то ну, все понятно, ладно.
Тебе помочь? Скажи, что ты сломала ноги. Ноги, да? Что? Нет, я в порядке, я просто... Подождите-ка, вы говорите на моем языке. Ты не первый человек, упавший на Аву. Вечно вы ломаете свои маленькие ножки, очень жаль. Что? Нет, с ногами все в порядке, сильные ноги, хорошие ноги. Как скажешь, что ты делаешь на Аве, сильные ноги? Я прилетел вас спасти, и меня зовут не... Ты прилетел спасти меня? Только что провалился в огромную яму. Да, но... И застрял в развалинах, потому что упавшие за тобой камни перекрыли выход. Да, только... И ты переломала себе все ноги. Вовсе нет. Я думаю, спасать надо не меня. Я спасаю не только вас, кем бы вы там ни были. Заражение, мы пытаемся сохранить целую, всю, неважно. Как скажешь, сильные ноги. И вообще, хватит обо мне, что вы здесь делаете? Я кое-что ищу, это... Знаешь что, это неважно, ха-ха. У меня такое чувство, что теперь долго искать не придется. Ладно, как бы то ни было, мы оба тут застряли. Но я вытащу нас отсюда как-нибудь. Сейчас только осмотрюсь. Антарийский храм на утесе. Так, надо осмотреться, да? Найдите выход из храма. Знаете, что? Мне это все что-то Зельду напоминает теперь. Это инфекция. Изображение, которое я видел, она не передает этот запах. Ну, воняет, да, эта инфекция, воняет. Инфекция, заражающая планету. Зельда, как ее, Skyward Sword, вот, на свече еще переиздание выходило, я иногда поигрываю. Вот, визуально напоминает, вот, персонажа также разговаривать, типа, просто через текст. Что-то все запечатано. Что делать? Что такое? Можно какой-то лифт или что? Вон там свет. Да, пойдем. Ох! Нет, отсюда никак. Так, может поговорить с ним тогда еще? Тут выходов не видно. Где мы? В руинах? Да, я вижу, но что тут? Разве ты не сказала, что хочешь осмотреться? Пошнырять тут и там, может потрогать старые предметы и все в таком духе, нет? Точно. Почему вы так хорошо говорите на моем языке? По-твоему, это так сложно? Что? Но... Ах, да, вы люди, так любите отвлекаться. Выход, помнишь? Да, конечно. Так, может где-то есть какая-то это... Отверстие какое-то, куда мы пролезть сможем, чисто там присесть... На карачках. А, во, вот здесь, я вижу, можно запрыгнуть, да? Подожди-ка. Помечен, даже как будто специально. Как в Uncharted'ах. Так, сюда можно залезть. Так, сюда бессмысленно. Это? Ого, эта штука все еще работает. Так, вот как раз еще лифт, да? Может это вот... Не знаю, ладно. Идем дальше. Ой, чуть не упал, подождите. Просто смотрю по сторонам, тут так, ну, неплохо так сделано. Цветовая палитра мне нравится. What is
Что это такое? Кажется, Линк нашел свой меч. Или что-то типа того. Ну, естественно, ха-ха, вы, люди, просто не можете держать себя в руках. Простите, что? Ты нашла его и просто вырвала. Без лишних вопросов. Восхитительно. А, вы про этот посох? Простите, я не знала. Да, ты не переживай, сильные ноги. О! Нефитар! Его-то я ищу. Это древняя реликвия. А вы... Верно, я... археолог. Вы, наверное, хотите забрать этот свой нефитар? Держите. А, нет, не надо, оставь его себе. Вы же собираете древности, да и я не смогу целый день таскать с собой старую палку. Эта старая палка поможет нам сюда выбраться. Ой, отсюда выбраться. Включи мозги. Сильные ноги. Видишь вспученную землю? Это иссыхание преграждает нам путь. Нефитар был создан антарийцами много веков назад. У них были свои способы бороться с иссыханием. Нам просто нужно узнать, как. Так, нефитар помогает бороться с иссыханием. Используйте его, чтобы избавиться от сухоцветов, которые мешают пройти. Удержите ЛТ, чтобы создать кольцо связи. Когда луч активен, нажмите L, чтобы переключить автоматическую камеру. Так, добавить в базу данных. Так, ну, давай. Он работает, продолжай. Так. Не попадаем. Спецэффекты напоминают мне игры серии Darksiders, кстати. Darksiders, кстати, тоже Metroidvania. Это, мне кажется, тоже. Очень на Зельду похоже. Ну, тут со своими фишками, видите. Так, вот это вот. Так, где-то еще, да? Эй, мистер археолог, посмотрите, что я нашла. Через камень мы учим. Что? Древние антарийцы водружали их по всей Аве. Это камень мудрости. Видишь надписи? Через камень мы учим. Есть на свете язык, которому вы не сворачиваете. Вижу, ты не так уж много знаешь про нас, нам. Ставь нефитар в эту выемку. Давай, не бойся. Вот он, антарийская мозаика, только она работает. Может, если мы... Так... Нам нужно собрать картинку, да? Так, следующий фрагмент. А, предыдущий фрагмент. Так. Так, а по центру не двигается, да? То есть надо вокруг него все собрать. По центру, видите, фрагмент? Я не могу выбрать его. Значит, надо как-то к нему присобачивать, я так полагаю, да? Так, что у нас есть подходящее к нему?
Вот это вот похоже. There aren't that many pieces. How can I be so stuck? Так, или она снизу? Стоп, подожди. Вот, походу, с этой стороны, да? А, вот она прям соединила, отлично. Так, сейчас будем подыскивать подходящие части. Может, это туда? Так. Я вижу, вот эта часть должна подходить. Похоже на группу ваших любимых антарийцев, но вы знаете, что здесь происходит? Это похороны. Антарийцы закапывали своих близких в землю, но для каждого тела они выкорчевали дерево. Затем они заставляли дерево парить над могилой как указатель. Вы хотите сказать, что их надгробие парящие деревья? Ты удивлена? У вас, людей, своя магия, у антарийцев своя. И кажется, нам только что удалось немного... Так. Ушун на время поднимает охваченные испытания существ воздух. Охваченных иссыханием существ воздух, лишая их возможности сбежать или напасть. Этим заклинанием также можно поднимать некоторые предметы окружающей среды. Чтобы использовать это заклинание, нужно установить связь с охваченным иссыханием объектом. Нажмите LT, чтобы установить связь с охваченным иссыханием объектом. Нажмите RB, чтобы использовать заклинание, пока вы соединены с охваченным иссыханием объектом. То есть, я так полагаю, вот этот вот столбы, вот эти, это чисто апгрейд, да, для нашего посоха. На каждой мудрости они используют слово «ушун», что на нашем языке означает «левитировать». Сильные ноги, попробуй поушунить. Подними что-нибудь в воздух с помощью... Короче, в каждой такой штуке, видимо, новая какая-то обилка для посоха получается, да? Опа. Эффект temporary. Still, this new ability might help us find a way out. Так, в общем, новая обилка сразу у нас появилась, которая поможет нам выйти отсюда, да? А вот она даже слева, внизу слева появился РБ. Так. Как вы назвали инфекцию? Иссыхание. Хорошее название для болезни, убивающей планету. Не все так считают. Ну да, мне тоже кажется, что название подходящее. В одиночку, да, я опасаюсь иссыхания. Но настоящая беда в том, что большинство нам не заходит слишком далеко в руины антарийцев. Я своего рода энтузиаст. Я много работаю в одиночку. А я тоже. Так, в общем, нам надо вот эти штуки, да? Чтобы открыть этот проход. Так, теперь надо эту. Не успел я, что ли? Конечно, временно, да? Опа. Так, достало? Я туда не могу, значит, мне надо пройти. Обойти надо. Опа. Опа. Так. Не достает-то. Сейчас не успеем опять, да? Да чуть не успели. Успели. Можно идти дальше. Там внизу Кразли, ему больно. Его охватило иссыхание.
Скоро его разум иссохнет, он обезумеет, станет агрессивным. Может, нам стоит... Человек. Так, рывок и прыжок. Совершайте рывок и прыжок, чтобы быстрее двигаться в опасные моменты. Это действительно расходует выносливость. А действие? Нажми B, чтобы сделать рывок, нажми A, чтобы прыгнуть. То есть мы его должны вылечить. Просто от него уворачиваться. Слушайте, это прям как охотники за привидениями. О, еще появился. Ай. Объединяющий луч. Охваченный иссыханием объекта, который соприкасается с поглощенным лучом, автоматически объединяются. Ой, блин, мне сейчас похуй все это. Ага. Ну, слушай, ну, блин, реально какие-то охотники за привидениями. А, во, еще и вот так можно сделать, прикольно. Подлечили, товарищи. Помочь. Тихо, тихо. Что ты делаешь, человек? Я прилетел сюда ради этих созданий. Ты прилетел, чтобы спасти Кразли? Я же сказал, я здесь, чтобы спасти. Всех. Ну и ну, похоже, мы нашли выход. Ну что ж, мистер археолог, как вас зовут? На вашем языке меня зовут... Она из... Нимри. Я Нимри. Creatures of Ava. Создание Авы. Вик, ты меня слышишь, Вик? Табита? Вик, я отслеживаю твой КПК, но я тебя не слышу. Твой микрофон. Проклятое радио, она права. Вик, я загрузил координаты в твою карту. Действуй по плану. Доберись до старой базы Алеф Прайм и активируй тамошний сигнал. Точно. Надеюсь, она меня слышит. Вруби этот старый телепорт, Вик. А вы не знаете, где база Земля, на которой она говорит? Конечно, но слушай, ты не можешь просто так взять и добежать до той старой хибары. Почему? Это опасно? Ее сторожит какое-нибудь свирепое создание? Ну, в некотором смысле, да. Это вождь нам из поселения, которое находится как раз между нами и вашей базой. О, так вы считаете... Вождю будет интересно узнать, почему это земляне снова начали разгуливать по Аве. Вам лучше встретиться и пообщаться. Кто знает, может, ты даже понравишься Хон Ло. А, идем. Так, а пособирать-то тут нам ничего не надо. Только вот фотки делать этих редких животных. Статуя. Просто интересно, тут же есть всякие места какие-то, да, вот что-то. Возможно, постепенно что-то откроется для нас, да? Какие-то новые фишки. Опа, смотрите. Может, надо сфоткать? Типа, тут... Лечилка? Это рисунок? Ну-ка. Не нужно ли его впечатлить? Ну, вроде он не выделяется, значит, наверное, это не нужно. Значит, не нужно. А куда археолог-то делся? Я его потерял.
Слушай, у тебя тут большая такая локация. Типа открытого мира что-то. Вы покидаете область за... А, подожди, а куда нам? Где он? И что ты его... Может, он сюда пошел? Потерял я этого Нимри нашего. Нимри, ты где? Так, он шел сюда. И отсюда. По другую сторону надо было. Вот так, упустил NPC. Какую сторону он попер? Не туда. Прямо вот здесь. Так, обнаружено, надо сфоткать. Я не вижу, чтобы оно выделялось. А, вот сейчас. Это мертвый, что ли? Или спит? Это пастух, что ли? Снова люди. Приветствую, Нимри. Мы видим человека. Что она здесь делает? Я прилетел помочь. Мы говорим с Нимри, отвечает она, типичный земляне. Скажи, почему вы вернулись на Аву? Ну, я-то не вернулся, это мой первый... Послушайте, мы прилетели, чтобы спасти обитателей Авы. Инфекция, иссыхание, так вы это называете? Его невозможно остановить. Ваша планета умирает. У нас на орбите биоковчег. Мы хотим спасти всех, кого сможем, в том числе и нам. Вот оно что. Это весьма нагло. Простите? Ты провела слишком много времени с Нимри. Аву не нужно спасать, Аве не нужно лекарство, здесь нет проблемы. Но вождь, при всем уважении. Можешь уважать нас сколько угодно, но пока ты не начнешь уважать Аву, ты не поймешь. А ну, простите за вторжение. Вы можете хотя бы подсказать, где найти старую земную базу тут поблизости? Это все, что тебе нужно, чтобы покинуть нашу планету? У меня есть еще кое-какие дела, ну да. Если я не свяжусь со своей напарницей, то застряну тут навсегда. Тогда мы поможем. Поговори с Вайхти. Они интересуются старым человеческим барахлом. Не спрашивай, почему. Вайхти тебе помогут. Так, эти своих ти, фанатом человеческой культуры. Так, а вон там метка на карте справа. Так, интересно, у нас есть какая-то... А, вот, слушайте, карта есть. Так, можно увеличить. Прикольно, слушайте. Это визуальные баги в воде мы видим. Так, вот где-то здесь он, да? Прикольная атмосфера в игре, музычка такая приятная. Такие какие-то африканские напевы как будто. Какого скульптора он говорит? Простите, пожалуйста, а вы случайно не... Землянка, ты вернулась. Как здорово, что ты вернулась ради иссыхания. Отличные новости. Случайно не принесла, мы забыли слово... Пишущие палочки. Ручки. Ручки, мы их очень любим.
Ручка у меня нет, извините, скажите. Это радио? Можно им воспользоваться? Мы хотим поговорить со старыми друзьями с Земли. Я тоже хочу, но приемник сломался. Если я смогу добраться до ближайшей земной базы... База Алеф Прайм, мы ее знаем. Давай мы укажем ее на твоей карте. Дверь не открыть, но есть еще один способ туда попасть. Тебе понадобится этот инструмент. Найди такую маленькую, как бы это сказать... Штучку. Маленькую штучку, ясно. Так, ну в общем это самое. Кстати, похож на какого-то торговца, чувак. Так. Пошли искать. Исследуйте заброшенную базу землян. Можно здесь где-то пройти, да? А, тут можно по лестнице спуститься. А надо ли вниз или прям пойти лучше? Здесь пройти же. Так, от этих птиц мы фоткали? Вроде да, да? Вон там еще какие-то, смотрите. Это лошади. Может, на них можно, кстати, путешествовать? Наверное, позже нас, если что, обучат этому, да? Опа, лепесток. Из растений можно создавать полезные расходуемые предметы. Блин, прикольно, прикольно. Какая-то мелодия. А вот он ее. Чтобы ими управлять, видимо, да? Играет. Интересно сделано. А вот же база, да, по идее? Вот она. За решеткой находится. Так. Тут везде решетки. Вот бы еще сундучки какие-нибудь поразбивать. Я люблю такое. А, ну вот здесь мы пройдем. По-любому сейчас мы все это дело. Так. Активировать канатную дорогу. Так, канатные дороги позволяют срезать путь. Так, подожди, что-то она не активируется. А, так. Опа. Это наверх или наоборот вниз? Поехать. Так, что еще тут есть? А вот это открыть можно отсюда, нет? Опа. Нужна энергия, электричество нужно, да? Вот это можем двигать, да? Целебный отвар. Кстати, надо подлечиться. О, записка от доктора Маргарет Тюр. Так.
Надеюсь, ты захватил с собой туристические ботинки, мой юный друг, потому что по этой планете придется немного побродить. Руководство доверило мне установку телепортов и канатных дорог. Ты найдешь станции, которые я обустроила тут и там, а также несколько канатных дорог, чтобы тебе было легче забираться в горы и прочие труднодоступные места. Сомневаюсь, что наш коллега доктор Каратевас будет ими пользоваться. Он почти не покидает свою лабораторию. В любом случае, будь осторожен и помни, относись к нам с уважением. В конце концов, мы здесь гости. Маргарет. Прикольно. Что-то начинает напоминать реально Horizon тоже, с исследованием там, мира, да? Только здесь не роботы, а существа. Так, разблокированы точки телепортации, появляются на карте и позволяют быстро перемещаться. Так, что у нас стоит, ничего не делает у меня теперь? Так, кажется, мы столкнулись с каким-то багом, потому что у меня все, персонаж встал, ничего не делает. Видимо, еще игрушечка сыровата местами. Управление я потерял, короче. Ну-ка, сейчас мышкой поводить. Нет, ничего не происходит. Ничего не происходит. Аппарат могу взять? Не могу. Так, паузу тоже не могу. Ну что ж, ребят, придется перезагрузиться. Так, я перезагрузил игру, в общем, тут автосохранение было, все нормально. Ну, в общем, в игре, видимо, багует управление, может, с геймпада чисто багует управление, потому что даже сейчас в меню тоже у меня немножко тупило. Вот. Ну, в общем, я думаю, это мелочи, с ними разработчики быстро разберутся. Ну, в общем, хорошо, что тут на каждом шагу автосохранение, и вот прямо вот в этом месте. Можем продолжить. Ты останешься здесь? Пока да, но я скоро собираюсь разбить лагерь в поселении Нам. Удачи, я бы не сказала, что их вождь само радушие. Ты не знаешь, почему нам не доверяют людям? Когда здесь была последняя команда Алефа, они занимались исследованиями, просто наблюдали. Наверняка не удалось избежать пары мелких ссор с местными, но трудно сказать точно. За 20 лет обиды должны были позабыться. За 25, но, возможно, не позабылись. А почему нам всегда говорят про себя во множественном числе? А это... Их физиологическое совершенно не похоже на человеческую. Мы еще многого не знаем. Но, по сути, для нам не существует ни он, ни она, а только они. Ты привыкнешь. Но тогда как они размножаются? Можешь спросить их. Вежливо. Так. Что нам надо здесь сделать? Тут вот этот телепорт появился, да? И какую-то штуку мы должны были принести, да? Мы можем? А куда можем телепортироваться? У нас же только одна база, надо открыта, и все. Наверное, мы пока никуда не можем, но надо другую базу открыть, да? Это первый телепорт. Так, а что от нас сейчас требуется? У нас задание, я что-то не вижу, как такового. Старая база все еще работает так. Может, нам теперь надо вернуться обратно? Какая-то что такое? Тени. Так. Доступно задание. Ну чё? Режим списка навигации по карте отключено. Надеюсь, ничего не глюкануло с заданиями. Потому что как бы вот мы базу-то эту открыли, а что дальше нам требуется? Непонятно. Попробовать обратно сходить, может, поговорить там с товарищем.
С телепортов вроде. Мест для телепорта у нас нет. Точек-то нету никаких, да? А, нет, куда-то мы... Подождите. А, сюда же. Понятно. Понятно. Так. Все это очень странно. Ты не нужен Ави, человек. Мы гнезденыш вождя, а ты интересная. Хорошие делают всяк. Так, подождите, а это не... это же он. Слушайте, ну что-то теперь нету этого интерактива, да? Какого-то. Да, есть подозрение, что что-то тоже сломалось. Ну, башню мы тут какую-то нашли, да? Кстати, а звук вот этот вот раздается, это что такое? Ну, что-то есть? То есть мы сейчас можем... Так, Восточный мост. Можем просто исследовать, но как бы у нас не будет продвижения по сюжету. Возможно, вот тот момент... Сломал что-то, да? Повествование, поэтому давайте я попробую еще раз игру перезагрузить. Ну, по крайней мере, сохранение. Не то, чтобы я игру буду перезапускать, я перезагружу автосейв. Вот, и посмотрим, что будет. Так, я загрузился раньше, до того, как мы включили генератор. И вот тут после заставки пошел текст. Вот тут в этом месте у нас на прошлый раз глюканул. Надеюсь, сейчас все будет нормально. Если что, просто, ребят, я играю до релиза за пару дней, то есть, может быть, на старте будет какой-то патч, который вот это уже исправляет ошибку какую-то, да, вот видите, неприятная ошибка получилась. Ну, хорошо, тут есть много автосохранений, то есть, можете выбирать, что загрузить, если что. Слава богу, ты в порядке, когда твой сигнал перервался в атмосфере. Со мной все хорошо, слушай, ты не поверишь, что я тут нашла. Я вижу, зачем ты это с собой таскаешь? Эта штука поможет вылечить инфекцию, ТАП. Очень интересно, на какой дистанции, радиус действия, скорость подачи? Ну, она дотягивается на несколько метров, и это занимает некоторое время. Довольно медленно, конечно, но... Вик, я знаю, о чем ты думаешь, но нас всего двое. Не думаю, что это поможет тебе спасти целую планету. Ты ведь знаешь, что сказали бы твои родители? Конечно, действуй по плану. Кстати, о плане. Как там оборудование для укрощения? Разбилось при крушении, но... Да. Не знаю, насколько это хорошая идея, но здешнее население нам, похоже, крепко сдружились с местными созданиями. Может быть, кто-то из них сможет помочь? Нам. Но если мы собираемся спасать создание, лучшего варианта у меня нет. Я спрошу об этом у своего друга. Твоего друга? А ты думаешь, кто помог мне сюда добраться? Так... Ну вот, теперь у нас появилось задание. Да, все норм теперь. Ладно, хорошо. Короче, если что, если у вас какие-то такие проблемы, ребят, возникают, смотрите, нажимаем типа Select. И вот тут загрузить игру. И тут, видите, куча автосохранения идет. То есть выбираете то, которое было до там сбоя.
И загружаете. Мне вроде пока нормально. Ну что ж, всякое бывает. Короче, мы должны научиться, видимо, их приручать, эти существа. Не мри. Ты нашла своего человеческого друга. Сильные ноги. Ага. Мой вопрос покажется странным, но ты не знаешь хороших пастухов. Это не странный вопрос. И да, я знаю Септию. Они живут на холмах. Отлично, мне нужно идти. Есть для них одна работенка. Стоп, стой, подожди, возьми это. Плейта? Спасибо. Пастухи нам довольно замкнутые. Чтобы привлечь их внимание, иногда нужно быть креативнее. А те древние создания, как вы там их зовете? Антарийцы, я изучаю их всю жизнь. Значит, эти антарийцы были развитой цивилизацией. Можно и так сказать, большинство нам назвали бы их несознательными. Но я считаю по-другому. Но это... Что это вообще за фитар такой? Как он работает? Это я и хочу выяснить. Может, если мы... Уф, знаешь что? Не бери в голову. Не обращай внимания на мою болтовню. Как и все остальные. Так. Нажми влево, чтобы сыграть на флейте. О. Короче, тут придется какие-то мелодии, походу, заучивать, да? Тоже что-то такое в Зельде было, кстати, в старых Зельдах. Так, все, пойдем, короче, сейчас нам... Я так полагаю, нам пастух должен будет сказать ноты, да, мелодии конкретные. Чтобы конкретных существ приручать. Уже чувствуется, что так будет. Вот мне интересно, сможем ли мы на них верхом скитаться. Но это не тот пастух, да, который нам нужен. Так, вот растение новое, да? Для изготовления брони или в качестве простого строительного материала. Наверное, это надо будет собирать и как кому-нибудь там отдавать, да? Так, а куда нам, где пройти-то лучше? Найдите пастуха Сабти. А это не тот пастух-то бродит? Нет, это не он. Так, а если карту посмотреть, это где вообще у нас? Насколько... О, далеко-то как. А, вот тут вот дорога есть. Короче, погнали. Похоже, это не работает. Значит, нужен какой-то очередной апгрейд, да? Что это за растение? Подождите. Какие-то новые рисунки. Блин, есть что пособирать на самом деле, да? Для любителей такого.
Так, а здесь что у нас? Пастбище какое-то. Септи, простите, вы... Как там говорит Ниамар, быть креативнее. Что это за шум? Септи, приятно познакомиться, я Вик. Итак, люди вернулись. Пожалуйста, сделайте нам должение и больше никогда не дуй в эту флейту. Сурово, слушайте, Септи, нам с напарницей нужен пастух. Мы хотим, чтобы кто-то направил создание в наш... Создание Авы доверяют только ее песням, а пастухи доверяют только созданиям. Ты понимаешь, землянка? Хорошо, тогда я буду просто ходить туда-сюда и играть на этой флейте случайные ноты. Пока. Подожди, подожди. Добрая землянка, нам незачем ссориться. Может, мы все-таки поможем? Отлично, пойдемте вместе, и мы... Большинство людей порабощены собственным разумом. Вы не могли бы... Это шум, заглушающий все остальное. Гвалт их мыслей. Их забот. Их прошлого. Флейта, возьми ее в руки. Успокой буйство разума и услышь ноты души. Так. Рефа. Так. Блин, меня сбивается. Ой. Не очень удобно на стике, на самом деле, это исполнять. Так-то лучше. Пойми, у каждого уголка Авы своя песня, а у джунглей болот, дюн. Мелодия, которую ты только что выучила, песнь травы. Теперь с тобой заговорят обитатели лугов. Но чтобы заслужить их доверие, землянка, ты должна научиться отвечать им. Надеюсь, нам не придется каждый раз эту песню наигрывать, типа. Может, один раз сыграли и все? Так, песнь травы, значит, наверное. Приучите Ури неподалеку. Сейчас. Блин, я серьезно эту мелодию играть? Я не хочу ее играть. А приручение существ. Диких существ можно приручить, если сыграть на флейте, имитируя издаваемые ими звуки. Не подходить слишком близко, это их испугает. Существо поет, существо ждет, когда вы повторите за ним. Существо не понимает вас. Нажмите влево, чтобы сыграть на флейте. Перемещать правый стик, чтобы выбрать, какие ноты сыграть. Блин, у меня с этим проблемы точно будут, я чувствую, на правом стике, потому что, блин, ну как-то сложно. Ой, ну ладно, тут не так сложно. Я понял. Авопедия.
И что, она за нами пойдет или чего? Отведите Ури к себе. Ури доверяет тебе, что ты чувствуешь? Я чувствую себя странно, голова кружится, я могу сосредоточиться, но мне спокойно. Дыши, почувствуй, как ноги прочно стоят на земле. Следующая часть может показаться тебе странной. Сначала сыграй песнь травы. Сосредоточься, услышь Аву, почувствуй Аву. Узри Аву, узри глазами созданий Авы. Так. Что это такое? Обозрение. Нажми X, чтобы установить связь. Я контролирую это создание. Ой, мы теперь ими управляем. А, нифига себе. Так, вы можете преодолевать препятствия с помощью существа, у каждого существа есть свои особенности. Используйте Ури, чтобы сломать ближайшие грибковые препятствия, и отведите существо в загон. Нажми X перед грибковым препятствием, чтобы разрушить его. Прикольно. Мы, обитатели Авы, помогаем друг другу. Часто наши желания совпадают. Прикольно. Мы научили тебя всему, чему могли. Спасибо огромное, спасибо. Вы даже не представляете, как это будет полезно. Мы просто рады, что твоя музыка стала лучше. И помни, в песне Авы... Ну, это, конечно, прекрасно, но песня рождается в паузах между ними. А теперь... Ступай. Привет, Ап, наконец все налаживается. Меня научили делать это самостоятельно, с помощью музыки. Что? Я теперь как дудочник из сказки, артистка. Ты сумасшедшая, вот ты кто. Но главное, что это работает. Я отправила первую партию спасательных ботов. Попробуй подвести несколько существ в радиус захвата. Проверим, как они работают. Ты же знаешь, какие они дешевые. Так, найдите спасательного бота. Мы пошли искать какие-то эти бабочки или кто-то насекомые какие-то. Они не это, не фоткаются. Так, отсюда мы можем спуститься? Вон она что-то растет. Курильницы. В некоторых особенно живописных уголках Ава вам встретится курильница. Сыграйте в таких местах на флейте, чтобы заработать очки исследований. Нажмите Y, чтобы взаимодействовать с курильницей. Ё-моё. Медитировать. Песнь травы. До. Па. Ми. До. Блин, это тоже прикольно. Это уже Цусимы отдает, короче. Много интересного в себе вобрали такого прикольного. Так, ну ладно, мы идем дальше.
Так, нам где лучше пройти-то? Здесь идти или здесь? Где этот бот? Спасательный бот. Где-то мы тут были же, кстати, да, изначально. Так, ну что-то я отсюда не пойму, как-то попасть. Это он тут этот бот, ну. Не тут, тут, но не тут. Это прям рядом вот здесь. А, вон там отдельно, по-моему, что-то, да? Здесь можно спуститься, наверное, да? А, с другой стороны. Активируется снизу, короче. Так, на Аве вам встретятся существа трех типов: дружелюбные, дикие и инфицированные. Дружелюбные существа доверяют вам, позволяют себя гладить и также будут следовать за звуками вашей флейты. Дикие существа могут либо убежать от вас, либо напасть. Их существ нужно приручить с помощью флейты, и тогда они станут к вам дружелюбны. Инфицированные существа будут атаковать вас. Чтобы они стали дружелюбными, нужно избавить их от инфекции. Нажми влево, чтобы сыграть на флейте и повести дружелюбных существ за собой. Так, ну что дальше-то опять? Что опять происходит? Может, что на клавиатуре нажать? Влево нажимаю, не работает. Кажется, опять у нас очередной зависон произошел. Ну что ж такое-то? Блин, интересная игруха. Но какой-то баг непонятный мешает нам нормально ей насладиться. Так, непонятно, как отвисло, но в общем. Так, подружились с существом. Не знаю, как, в общем. В общем, что-то странное в игре с игрой происходит с зависаниями, с управлением или сохранением, не знаю, в общем, пока что. Надеюсь, что все это пофиксят. В общем, пришлось ее перезагрузить, и не сразу у меня почему-то этот экран отлип. Так, активирует канатную дорогу. Чтобы можно было наверх вернуться, да? Так, а нам надо это самое, нам что, вперед надо пройти? Нам это существо, что ли, использовать, да? Чтобы он пробил, может, этот забор или что? Или, может быть... А, нам надо с ним связь наладить, да? Так, и что он может делать? Укус, он может кусать. Спасательные боты помогают телепортировать здоровых существ на биоковчег. Заманивайте здоровых существ в область воздействия. Взаимодействует Y со спасательным ботом, чтобы телепортировать существо поблизости.
А надо четверых наш привести, да, я так понял. Даже существ надо привести сюда. Ну вот это вот, где оно? Куда оно делось? И теперь здесь нету. Куда оно ускакало? Они в этом районе находятся, да? Угу. Вот с этого, да? А эти тоже, да? Зараженные. Так, связь установили. А что дальше-то делать? Вот мы привели его сюда. Он там останется, интересно? Да, они здесь остались, но это хорошо. Так, сейчас поведем их. А где остальные? Что-то я не то, значит, делаю, да? Я их как бы привожу сюда, но... Ну, что-то они тут не остаются, походу. Не очень понятно. То есть те двое куда-то убежали. И нам их не засчитали. Может, надо прийти тогда туда. Эй, вы куда? Стойте, 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 стойте. А, они вот так за мной идут. А, вот оно что. Все понятно. Отлично, боты справляются. Я разбил лагерь в поселении Наам. Загляни ко мне, когда сможешь.
Давайте сходим. Немного заморочено, конечно, да, сделано. Но интересно. Можно немного запутаться, как что делать, или забыть потом. Но сделано интересно, конечно, да. Опа. Перед с нами, да? Ладно, они нам сейчас не нужны, чем мы их зря гоняем. Гуляйте. Музыкальные подвески. Вот. Нам развесили по всей Ави музыкальные подвески в знак своей любви к природе. Фотографируйте подвески, чтобы задокументировать эту традицию и получить очки исследований. Ага. Вот мы одну видели, но я не знал, что с ней делать. Так. Значит, их надо просто фоткать. Очки навыков. Интересно, куда их потом девать, эти очки навыков? С одной очкой есть, как бы. Ну ты даешь, Табита, прямо как дома. Ага, уютно, правда? Да, и мигающие экраны, прямо вишенка на торте. Мы идеально впишемся. Хватит язвить, дорогуша, нам нужно это оборудование для исследований. Посмотри на свой КПК и поймешь, о чем я. Так. За некоторые действия вы получаете очки исследований, которые позволяют открывать новые навыки. Нажми старт, чтобы открыть древо навыков. Вот, навыки. Так. Что тут? Так, древо навыков. Навык. Откройте навык сверхмощности. Это где? Фотоаппарат. Лейта, песня травы. Ушун. Вот это? А, сверхмощность. Позволяет на ограниченное время увеличить мощность луча и удвоить силу поглощения. Удержите X, чтобы вывести луч на сверхмощность. Максимум мана сверхмощности 100, затраты на сверхмощность в секунду 25. Так, ну давайте. Это как раз вот в одном месте мы не смогли там, да, этот... заразу победить, короче, скажем так. Ну, оно, видимо, еще и с этими, да, с животными тоже поможет. Как дела с нам? Они не доставляют тебе проблем? А что, должны? Я не знаю, вождь Хонло, похоже, не в восторге от гостей. Последние земляне, которых Алев отправил на Аву, возможно, произвели не самое лучшее впечатление. Но у нас все будет по-другому. В конце концов, мы здесь, чтобы спасти их. В том-то и дело, мне не удалось убедить Хонло насчет инфекции. Нам не хотят уходить. Так, измени мнение вождя. Сыграй какую-нибудь модную музыку, спой им серенаду. Не думаю, что моя флейта влияет на мозг нам. Просто поговори с вождем, я знаю, ты что-нибудь придумаешь. А пока продолжай собирать тех, кто не спорит. В итоге нам нужны существа со всей Авы, из джунглей, болот. Но сейчас я отправлю больше спасательных ботов на луга. Чтобы ты там не делала, не посылай мне зараженных, а то здесь будет бардак. Просто не делай этого. Теплое приглашение. Так, поговорить с вождем надо теперь. Так, мое почтение и лучшие пожелания, вождь Хонло. Пожалуйста, просто скажи здравствуйте, как нормальный человек. Хорошо, здравствуйте, как поживаете?
Мы взволнованы. Там, где раньше мы видели одного человека, теперь мы видим двух. Лагерь Табиты не причинит вам никакого вреда, но я понимаю, мы люди не внушаем доверия. Может, я могу чем-нибудь, что-нибудь сделать, чтобы доказать, что я хочу помочь? Все мы нам думаем вместе, мы ощущаем Аву как часть себя. Ее поднимающиеся ветры, ее заходящее солнце. По крайней мере, большинство из нас. Мы иногда забываем, что люди, вы не понимаете нас, потому что вы не можете нас почувствовать. Тогда помогите мне понять, помогите почувствовать. Ты можешь кое-что сделать, чтобы улучшить наши взаимоотношения. Поселение Наам на Аве уже довольно давно отрезано друг от друга. Но иссыхание мы хотим отправить послание в дальние деревни, приглашение собраться. Наам слугов устраивает вечеринку? Да, мы, Тамурлан, хотели бы увидеть наших сородичей. Мы надеемся, что они найдут сюда дорогу. Как-нибудь. У нас есть ритуал объявления собрания. Ты видела дерево с лентами в нашем поселении? Это дерево сородич. Здесь на лугах растут еще три таких дерева, все с лентами. Подойди к этим деревьям, за каждым из них наблюдают Ноам. Попроси их дать тебе ветвь о радушии. Нам нужны эти ветви. Они у нас, как это по-вашему, приглашение на вечеринку. Важное задание и духовное. Как достанешь три ветви, отнеси их нашему гнезденышу Обони. Это типа ваш ребенок? Наш гнезденыш. Они будут ждать на вершине башни в Ахоре Котя. Принеси ветви. Обони займутся всем остальным. Если это поможет собрать на всех нам в одном месте, нам с Таб было бы проще. Что? Ничего. Я все сделаю, надеюсь на более глубокое понимание вашего пути. Тепло прощаюсь с вами, великий вождь Хонло. Просто говори до свидания, ладно? А как вообще рождаются гнезденыши? Просим прощения. Ну вот, Абони, ваш гнезденыш, вы же как-то это... Мы как-то что? Поясни, будь любезна. Ну как это, вы как... Как вообще нам... Да? Ладно, неважно. Так, где деревья отыскать? Вы сказали, что поселение Нави отрезано друг от друга. Это случилось давно, после закрытия ворот многим пришлось нелегко. Каких ворот? Скоро увидишь. Мы знаем, что вряд ли сможем устроить наше собрание, но на Аве наступила золотая осень. Если наши сородичи смогут найти сюда дорогу, когда придет время, это будет иметь большое значение. Время для чего? Знаешь, а ты задаешь очень много вопросов. Я думаю, это так по-человечески. Мы думаем, это так раздражает. Так, ну ладно, завершаем разговор. И у нас, по идее, да, должны появиться эти деревья на карте, которые нужно найти. Так. Это опять куда? Вик, все спасательные боты уже на месте. Я пришлю список существ, которых нам нужно собрать для сохранения их видов. В каждом регионе существуют свои задания по эвакуации определенного количества существ каждого вида. Чтобы продвинуться по сюжету, вам нужно выполнить все основные задания и задания по эвакуации. А, ну тут вот этих надо, да? Погнали. Ой, это больные, блин. Я не сразу понял.
Надо мощность увеличивать, да? Они более сильные. Куда ты? Так, этого вылечили. Надо еще вот этого. Стоять, бояться. Ух ты, блин, я пытался мощность увеличить, а он... Так, есть. Что-то отворачиваешься, мы сюда смотрим, но этих надо спасать. Пошли. Надо еще этих птиц, да? Ну, что не так-то? Полетели птички. Двух лошадей осталось где-то тут надо быть, да, рядышком желательно. Вдали есть лошади, а здесь рядом что-то я не вижу. Пошли. Если это те, может быть, это далековато, я не знаю, находится. Они не идут. Они не идут сюда. Значит, не те лошади. Блин. А где же те, которые нам нужны? Я так не играю. Я так не играю. А вот они. Все готово. Так, нам туда. Судя по всему. Здесь еще. Ну ладно, я пока попробую до дерева дойти. Простите, а это... А, вот она. Вот она, знакомая походка. Мы уже встречались? Человеческая рысь, человеческий галоп. Вечно чем-то заняты, вечно куда-то стремятся. Ладно, я поняла. Только гляньте на эту глупую, суетливую человеческую девицу. Вот деловая колбаса. Она должна успокоиться. Она должна стать как нам, расслабиться и пребывать в гармонии. Кто сказал тебе? Это чушь. Эй! Смотреть за работой людей все равно, что наблюдать за молодым нам. Мы чувствуем свою природную силу, свое предназначение, свою жизнь. Человек приходит и сегодня существует. Нам это по душе. О!
Так что повесели старого собирателя трав, сделай что-нибудь вместе с нами, неважно что именно. Мы просто хотим посмотреть на человека за работой. Так, можно создавать расходуем предметы при помощи костров, используя собранные ингредиенты. Вы также можете... Хорошо, что-то создавать можно. Изготовьте что-нибудь. А чё, мы будем с деревом что-то делать? Мы же пришли ради дерева. Так, целебная, энергетический напиток. Давай целебное изготовить. Вот, я кое-что сделала. Нас не волнует само наличие создания. Важно, что оно было создано. Оставь это себе. Вот ветвь радушия для небольшого поручения Хон Ло. Вы нам порой меня удивляете. Одни нам зациклены на прошлом, другие беспокоятся о будущем, но мы всегда чтили актуальность сегодняшнего дня, так что давай, землянка, шевелись. Мы желаем тебе только удачи. Как насчет еще пары человеческих телодвижений? Нам бы провести одну маленькую эвакуацию. Мы в этом не уверены. Такой же бешеный энтузиазм, как у остальных. Эх, возможно, вы, люди, рождаетесь от матерей, так? Да. Ты бы променяла свою мать на другую? Молчание запускает процесс мышления. И даже это при правильном ракурсе является действием. У меня такой вопрос. Как рождаются нам? О, восхитительно. Мы слышали, что люди бывают весьма нетактичны, но это просто умора. Я серьезно, я бы очень хотел узнать. Какая-то смешная. А теперь, пожалуйста, перестань смущать нас своими странными вопросами. Найдите древо сородича на юге. Ну, в общем, надо бегать теперь деревья искать. Ну и попутно здесь вот это все эти вопросы решать, да? С ботом, с этим. Вот. Я думаю, на этом можно заканчивать первый взгляд. И так, в принципе, мы тут полтора часа наиграли. Да, конечно, были технические проблемы, огрехи. Которые, я думаю, в скором времени решатся, там, с первыми патчами. Вот, но в целом игрушка очень залипательная, очень интересная. Чем дальше, я думаю, тем будет интереснее, там больше разных существ будет и возможностей разных. Вот, так что мне пока нравится. Как вам, ребят? Пишите ваше мнение в комментариях. В общем, это Steam-версия, также вот есть, вышла в Game Pass, у кого есть Game Pass, бесплатно, можно будет, видимо, поиграть. Вот такая игра, ребят. Ваше мнение пишите в комментариях, ставьте лайки, если любите смотреть видосы по новым играм на нашем канале. А с вами была Нидзука. До новых встреч!